Любители природы, грибнички, всем огромный привет! Опять мы сегодня в лесу. Вот выбрались в такой смешанный лес, террасами он идет. Вот туда вниз спускается. Там наверх еще есть несколько ярусов. Очень густой, немножко труднопроходимый. Будем пытаться что-то найти сегодня из грибочков. И сегодня у нас 11 июня 2021 года. И мы находимся в Одесской области. Сегодня в Великомихайловском районе. Практически на границе с Молдовой. Тут буквально километров 6-7 до границы. В общем, идем, смотрим. Даже не знаю, чего ждать. Может, какие-то маслята, может, еще что-то. Посмотрим. Если будет что-то интересное, вам обязательно покажу. Вот первые грибочки попались. Я думаю, что не очень молодые, конечно, но масленочек. Один. И чуть дальше вон там еще одного заметили. Вот такие вот братики. Ну, есть первый результат. Надеемся, что и дальше повезет. Вот какие зачетные ребята попались, молоденькие. Вот один двойной какой-то, свеженький, блестящий еще. Вот еще один, вот там совсем гаечки маленькие под ним. И вот в отдалении там еще один есть. Где он? Вот он спрятался. Ну, наверное, хорошо. Те, кстати, тоже. Два были не червивые. Этот вроде вот с червоточинкой. Ну, сейчас посмотрим. Червивые мы не берем, конечно. Я подозреваю, что тут только в ножке. Да, неожиданно. Ну и с другой стороны и ожидаемо. Красивые грибочки. Вот как спрятался красавчик, смотрите. Большеватый, конечно, сомневаюсь, что он свежий. Но прикольно вот под валежиной сосновой. Да, красиво. Ну вот какой-то интересный грибочек с идеально конусной шляпкой. Смотрите. Такой дождевичок мне в этом году еще не попадался. Он, конечно, уже перезрелый, судя по тому, что он мягковатый. Вот, но тем не менее. Это не вроде белый внутри. Ну, такой почин на этот год. Берем, конечно. А вот на стволе дерева какие попались, наверное, плютеи. Ну, такие красавцы. Ну, немножко перестояли, как я понимаю. Не очень еще пока в них разбираюсь, но, наверное, плютей какой-то. Возможно, оленей. Сначала даже не заметил, прошел их, а потом обернулся, увидел. Они так удачно тут под склоном спрятались, эти маслята. Вот побольше, вон маленький там совсем. И там дальше еще есть не один. Вон один стоит. Вон еще один в траве. Там дальше еще где-то видел. К ним и не добраться. Как будто в горах мы их собираем. Вон там еще стоит. Ну, прикольно. С предыдущего места все, не, один оказался нормальный, остальные 4 червивых были. Вот еще один попался, пока не могу до него дотянуться. Надо пролезть через кусты будет. А вон еще один большой. С вероятностью процентов 90 он, конечно, тоже червивый. Но красивый. Вот такой вот.
Ага, видите, я его аж выдернул веткой. Да. Червивый при... Ну, конечно, кстати, не сверх, но, понятно, я его все равно брать не буду. Потому что он подточенный червячками. Сейчас залезу, посмотрю тот, но, скорее всего, тоже не очень. Ну, ладно, идем дальше. Прям мастера маскировки какие-то сегодня эти маслята. Вон под веткой там стоит, если видите. И тут такие завалы кустов. Не знаю, как я достану их. Потому что вон еще маленький. Очень красивый. И там дальше еще есть. Причем не один. Вот раз, два, три, четыре точно вижу. Вон, если видите, вон оранжевеют. И вон с той стороны ветки где-то там еще один. В общем, видно плохо, но они там есть. Ну, посмотрим. Поднялись вверх по холму. Метров 150 высота. И вот сразу встретили тут маслятки. Масленок зернистый. Две штучки. И вот чуть выше еще. И вот. Тут такие сосенки вот. И вот они. Очень симпатичные. Насколько не червивые, сказать пока не могу. Сейчас буду проверять. Ну, конечно, возьмем их. Вот еще на склончике. Один, два. И вот еще парочка. Но эти 100% червивые. А эти два мы посмотрим. Хотя вот этот вот подсохший чуть-чуть. Этот не очень. Ну, посмотрим, сейчас подрежем. Где-то один из пяти максимум не червивый сегодня попадается. Вот такой лес на холмах. Выбрались мы оттуда. Не ахтишный, конечно, результат сегодня. Очень по грибочкам. Но в целом интересно. Походили, поуставали. Получили массу удовольствия. Ну что, в следующий раз будет лучше. Я уже говорил, что мы не перестанем искать грибы. Если понравилось видео, ставьте лайк. Не понравилось... Ставьте лайк авансом, подписывайтесь. Будет очень много еще интересных грибных прогулок. Более удачных, менее. Но часто и интересно. Всем будьте здоровы. Пока-пока. И не пропускайте новые видео. До свидания.